Я 8-й раз стала чемпионкой мира, весе до 65 килограмм. Значит, был тайфун в субботу, передавали в Японию, но, слава богу, он нас обошел, именно Осаку. Был такой дождь средний целый день, соревнования перенесли только на воскресенье, должны были 2 дня быть, но был 1 день, было 3 ковра, вернее, 3 дахё. Финальные встречи за выход в финал мы боролись уже на одном дахё, на среднем, там, где была Яхата, все красиво. Боролась я 4 встречи. Первая была Япошка, вторая у меня Эстония, финны, и в финале я боролась с россиянкой. Сборная команды выступила очень хорошо, мы доказали, что мы лучше, на нас равняются, нас любят. Мы в общем зачете первые, на 1 бронзу мы опередили россиян, и 3-я японцы. Поэтому мы отработали, мы заслужили. Большое спасибо всем, кто меня поддерживал, моим родителям, тренерам, друзьям. И сегодня, что вы про нас не забываете, собрали нас, поздравили. Знаете, иногда едешь и думаешь, боже, ну уже возраст, ты уже, ну да, тренируешься, ну да, где-то там кувыркаешься, ну иногда веру в себя теряешь. Но хочу сказать большое спасибо, он так заставил поверить в себя, я приехала с трусящимися ногами, но я его выиграла, да. В финале боролась с нашей Наташей Чистяковой, молоденькая спортсменка Снежина, вот, и она так, смотрю, вышла после финала, расплакалась, я так говорю: Наташа, ты чего плачешь? Она говорит: я так хотела быть первой. Я говорю: слушай, ну я уже ухожу, будешь первая. Приехали домой, а тренер говорит: нет, пока у тебя не выиграют, не уйдешь. Так что я остаюсь еще на год.